Всем ду-ду-ду, добро пожаловать на канал FobLinux. До драмы «Подснежник» с Джису в главной роли осталось 3 дня до выхода первой серии. Надеюсь, вы в курсе, что Джису у нас актриса. В общем, второй тизер, точнее, это пролог, как я понял, музыкальный пролог. Без лишних слов, давайте смотреть. О, это глаза нашей Джису. И, как я понимаю, здесь вообще нет мейка, ну, то есть минимум мейка. Это очень круто. О, милашка. Какая милашка. Это они в свои воспоминания, да, якобы окунулись в свое прошлое, а здесь тогда что? Посмотрите на их одежду. Как я понял, это просто пролог. И здесь они, возможно, не герои сериала. Посмотрите на их одежду, они в современной одежде. А действия сериала происходят несколько десятилетий назад. Как я не фанат дорам, не смотрел до этого дорамы, это будет моя первая дорама. И как я понимаю, в дорамах, если герои поцелуются в конце серии, то это просто вау. И поэтому такие моменты, они очень волнительные. Здесь они просто собираются прикоснуться друг к другу руками. Друг друга рукой. Вот, посмотрите. Это вроде бы та же локация сериала, но они в современной одежде. Ну, это специально сделано для пролога. А, было так. В общем, шла какая-то мелодия, они собирались под эту мелодию там соприкоснуться руками и дальше там... Но там началась, видимо, какая-то программа или что, музыка прижилась, в общем, и ведущая заговорила по радио. А, посмотрим, что дальше. Знаете, он такой, типа, почему ты включилась так не вовремя, осталось всего ничего. А Джису такая, о, смотри, этот, как называется эта игрушка новогодняя, типа, о, какая игрушка, типа, о, окно, ладно. 12월 18일 토요일. Подснежник, Snowdrop. Спасибо, что досмотрели, поддерживайте лайком и пишите свое мнение насчет этого пролога в комментариях. До новых встреч!